Ну, а какие новости без прогноза погоды? За погоду нас отвечает замечательный человек. Чтобы понять, кто сейчас выйдет на нашу сцену, достаточно послушать этот голос. Чарующий и незабываемый. Ефим Шафрин, прошу вас, Ефим. Фема... Добрый вечер. Добрый. Вот такая карта вам. Я пошел на место. Добрый вечер, с вами Ефим Шифрин. И прогноз погоды на завтра. Я подробно расскажу вам, какими будут температуры и ветер, а вы внимательно послушайте, что вам следует принимать, для того, чтобы у вас самих не было высокой температуры и ветров. Гидронитробензофекал калия. А если у вас сильный кашель, температура за 40 и вам за 70, то вам крышка. Но если вы успеете добежать до ближайшей аптеки и купите этот высокоэффективный, недорогой препарат, то вам гарантирован еще как минимум 30 минут полнокровной жизни. И о погоде. Во Владивостоке ночью минус 5, 7, днем около 0. Видимость на дорогах 50 метров. Кстати, вниманию тех, кто полагает свое зрение недостаточно. Глазные капли шаровый лупин. Новое и прекрасно зарекомендовавшее себя средство от узкоглазия. Если вам и окружающим вас людям надоели ваши свинячьи глазки, если они постоянно слезятся, глупо моргают и плохо видят, принимайте шаровый лупин по 10 капель в каждый глаз перед завтраком, и объем ваших глаз увеличится на 75%. Шаровый лупин. Наилучшее решение для тех, кто хочет видеть себя без зеркала. Что касается других районов страны, то в Западной Сибири температурный столбик поднимется до 0. Между прочим, Виагра – это не последний писк. И современная медицина может предложить вам гораздо нечто более эффективное, а именно изготовленную из толченных родимых пятен самца ямайской плавающей черепахи целебную мазь торчила. Целебная мазь торчила – это то, что омолаживает организм лишь частично, но зато надолго и сильно. Целебная мазь торчила для тех, кто еще помнит, что, куда и зачем. На просторы Красноярского края арктический циклон принесет холодные массы воздуха. Температура в краевом центре плюс 39-40 у тех, кто легко оделся и простудился. Друзья, позвольте познакомить вас с новым жаропонижающим препаратом. Он изготовлен из проросших в вакууме семян дикой ржаной пшеницы. Называется «Отпустин». И очень хорошо помогает при головной, а также копытной и роговой боли. «Отпустин» – это клинически испытанное средство для лечения таких тяжелых заболеваний, как врожденное раздвоение подбородка, бешенство кишечника, рак грудной жабы. «Отпустин» – требуйте в аптеках, больницах, госпиталях и моргах. А к западу от нечерноземной зоны погода в течение дня особых сюрпризов не принесет, но утром воздушные массы с юга принесут осадки, дождь. Это слезы природы. А снег – это ее перхоть. Друзья, если у вас перхоть, воспользуйтесь высококачественным натуральным травяным шампунем «Хрент энд Щавельс». Натуральный высококачественный травяной шампунь «Хрент энд Щавельс» – это наилучшее решение любых проблем с головой. Блестящие результаты уже сразу после первой помойки. Возможно, ваша седина – это даже вовсе не седина, а просто очень густая перхоть. В Санкт-Петербурге повышение влажности повлечет за собой гололед. Если вы подскользнулись и ушиблись, не расстраивайтесь. К вашим услугам великолепный многофункциональный электрокостыль «Тошиба». Со встроенным фонариком, прикуривателем и зеркалом заднего вида. Для тех, кто купит сразу два – бонус. Игровая приставка к электрокостылю в виде деревянного приклада и мушки. Суперкостыль «Тошиба» для тех, кто немощен телом, но юн душой. В Москве и области погода в течение дня сохранится прежней. Осадков за исключением снега, дождя, града не предвидится. Ночью темно и страшно.
А, друзья, если вы испытываете беспричинный страх, если боитесь оставаться один даже в туалете, если ловите себя на том, что громко говорите всякую чепуху незнакомым вам людям, не расстраивайтесь. Просто вы смотрели телевизор немножко больше, чем нужно. И лучше бы вам его выключить сразу после того, как я скажу. С вами были прогноз погоды и я, Ефим Шифрин. С Новым годом!